Приветствую тебя, дорогой Максим. Да, я Здравствуйте. хочу обратиться ко всем сразу, потому что хотели это услышать, и вот сейчас мы как раз-таки вам скажем. Вот оно в чем дело. Потому что мне там даже написали иногда такие пространные у вас такие монологи, диалоги, зачем это нужно и так далее, и так далее. Я понимаю, когда человек в стрессе находится, он не может долго выслушивать, ему нужно сразу получить срочную помощь. И поэтому у нас там есть плейлист, там 70 приемов. Подбирайте себе то, что вам подходит. И вы знаете, по критерию какому, по максимально комфортному, а не через насилие над собой, как примеряют туфли в магазине, чтобы не жали. А сам процесс перебора развивает творческое мышление, изобретательность, ума, способность в любой ситуации неопределенности быть уверенным в себе, создавать, генерировать решения и даже собственные приемы. Об этом же школа «Человек будущего», «Homo Futurus». А тут у меня одна дама написала, не буду говорить ее имени, что она раньше так любила смотреть наши ликбезы, наши вебинары, в них участвовать. А сейчас, поскольку я, типа, несколько дней обещаю пятисекундную такую штуку, которая за 5 секунд снимает стресс, все обещаю, обещаю, типа это научное чудо, никак не даю. И она написала мне: зачем вы это так нас всех интригуете, а мы ждем, а у нас нет времени, такие пространные вы делаете. Слушайте, друзья, пространные, во-первых, у нас 70 приемов, берите, применяйте, если вы повторяете, как в первом классе учитесь повторять и надеяться на чужую помощь. А если вы участник школы «Человек будущего», подбирайте себе, создавайте себе, генерируйте себе приемы по подсказкам организма. Этому же мы учим как раз-таки. Это как раз-таки примеры в этих книгах, как участники школы сами генерировали себе приемы, и сами ими пользовались, и делились с другими, а не просто брали как потребители и оставались в первом классе. А мы же сейчас делаем школа «Человек будущего». А все те, которые привыкли повторять, повторялки, повторение – мать учения, это хорошо, но это уже старо, надо добавить новые принципы. Мы добавили «подбирать то, что подходит». И это развивает творчество мышления. То есть мы учим людей соображать. И поэтому сейчас об этом говорим. И хочу привести один пример, очень важный. Дело в том, что у меня была педагог по химии Нелли Викторовна Крючкова в мединституте, когда я учился. Она была очень красивая дама. Такая изящная, такая хрупкая, ну просто прелесть, и все студенты очарованно смотрели на нее, когда она вела свои занятия. Потом, через много лет, когда я уже выпустился из мединститута, когда я уже обучал методу ключ, она попала ко мне в группу, и она мне сказала: а я ходила, занималась у твоего тренера по йоге и цигуну у Ахмеда. О, как я его уважаю, это Ахмед, мой первый учитель и художник, кстати говоря, с такой бородой, такой красивый парень, но это вообще он такой мудрый человек, который меня познакомил с йогой, с философией Китая и так далее. И она, Нелли Викторовна, ходила к нему на занятия по цигуну. И там было, говорит, одно упражнение – висеть на дереве. Вот так, говорит, наша группа обхватила дерево мнимое и висела. Подошел, говорит, Ахмед, поправил мне плечо, то есть дал совет, как лучше висеть. А я, говорит, имея эту задачу и этот совет, вдруг вспомнила, говорит, твой ключ. И моментально, говорит, вспомнила наши занятия по ключу. И во мне, говорит, все преобразилось, и теперь я могла висеть так вечно. То есть подключила к задаче,
совет, который был даден, и природу. Природу, о которой мы даем с помощью метода ключа, чтобы человек осознал, как это делается. И я хотел тебя спросить, дорогой Максим, скажи, пожалуйста, а ты, решая свои задачи, подключаешь природу по ключу? Да, Хасай Магомедович, мне даже хочется поделиться это со всеми, потому что природа – это, ну, скажем, те вещи, которые происходят со мной непроизвольно. То есть те идеи, которые мне приходят в голову, те решения, которые я вдруг осознаю, и, ну, так уж получилось, я их присваиваю себе на самом деле. Я имею к этому очень малое отношение, да, просто это приходит, а я это транслирую. Я бы даже хотел рассказать вам небольшую историю, это может быть кому-то полезно. Когда я смотрел Хасая Магомедовича, да, я помню этот важный принцип нахождения своего ключа, что это должно быть максимально комфортно. Это о природе, да, то есть лепестки, зерна, они все всходят непроизвольно, там нет усилий. Это важный момент. Я всегда это понимал, но то, как я этот урок освоил на опыте, вам сейчас будет, возможно, это очень любопытно. Когда я пробовал разные упражнения, одно из самых, даже не одно из самых, а самое интересное и комфортное упражнение для меня явилось, это шалтай-болтай. Ну вот это скручивание. Оно оказалось для меня просто таким прям вот домашним, спокойным. Вот ты делаешь, и все. Вот прям правда, как Хасай Магомедович говорит, останавливаться не хочется, а хочется просто продолжать до бесконечности. Но дело в том, что у меня у самого межпозвоночная грыжа, я раньше занимался профессиональным спортом, и у меня были эти боли. То есть я вроде делаю, и вроде кажется, что должно быть легче, а боль сохраняется. Знаете, как произошло? В том же самом нуле я вспоминаю вот этот вот упражнение ВИС. То есть перед тем, как сделать вот это скручивание, я делаю вис, я распрямляю, раскрепощаю вот этот вот участок, который у меня находится в спазмировании. То есть я наклоняюсь, после этого я спокойно и свободно делаю. Представляете, насколько? То есть То есть ты я сгенерировал по ходу выполнения шалтай-болтая в момент обострения болей, Да. ты сгенерировал, что надо сделать для того, чтобы их не было, да? Конечно, да, именно так и было. Я что, я же не врач, я не ортопед, я понятия не имею, как это вообще между собой связано. Мне просто пришло в голову, так, надо повисеть. Я вишу, Ну это да, мне проходит. вперед, весь, да, знак, понял. Конечно, я Такая помню вот ассоциация возникла, что именно это надо сделать в этот момент. Именно так возникло, как у человека будущего, со скоростью инстинктивных реакций. Так и есть, Хасай Магомедович, конечно, то есть смысл человека будущего заключается в том, что я не просто там локально решаю свои проблемы, а в том, что это дает мне возможность комплексно решать задачи. То есть я даже никогда в жизни не мог подумать, что я могу к этому вопросу подойти так творчески, креативно, понимаете, насколько. Это как, знаете, как инфицировать. Естественно происходит. Это происходит так естественно, что до этого трудно додуматься. Совершенно Потому верно. что мы обычно думаем логически, логически пытаемся связать что-то, проанализировать. А здесь, когда вспоминаешь про ноль, про эти упражнения, оно органично, естественно происходит даже вот в обычном состоянии, как-то вот, когда мы находимся, Так и болеем, как. есть. Наше тело, наш организм лучше знает, что нам Да. нужно. Дайте возможность ему говорить. Чтобы оно говорило, его нужно услышать. Чтобы его услышать, нужно самому замолчать. Как замолчать? Уйти в ноль. Когда ты в ноле, ты можешь слушать. И Ты это дело можешь слушать. мгновений, это дело мгновений. Это вот не так, чтобы уходить в ноль, там думать, как Да. буду ходить. Потому что мы практикуем это, и это мгновенно получается. Да, для многих может показаться, что в ноль это такое вот, какое-то, нужно совершить какое-то усилие туда куда-то уйти. На самом деле наоборот, нужно просто отказаться от своего привычного вот этого диалога и дать возможность говорить всему своему телу, своему организму. Это не усилие, это отказ от усилий, это важный момент. Так как раз мы учим слышать себя, слышать Совершенно свой верно. организм, потому что мы, как говорят, затуманены, зашорены, непробужденные в том смысле, что у нас очень много шаблонов мышления.
Мы думаем, так надо сделать или так. Вот Петрович так говорил, а это так показывал. А в этом состоянии, когда ты вспоминаешь, ну, решай любую задачу, любую, здоровье там, или рисование там, или задача общения, любую задачу решаешь, просто вспоминаешь о нуле, это состояние, которое ты практикуешь на тренировках по методу ключ, и оно тебе подсказывает, какое действие нужно сделать, чтобы лучше выступить, лучше сдать экзамен, ну, лучше наклониться, лучше заснуть. Это очень интересно. Это так и есть. Вы знаете, как, с чем я могу сравнить? Примерно, как вот я еду в автомобиле в старой модели, которая для того, чтобы настроить музыку, знаете, нужно было крутить, там такие помехи идут и так далее. И крутишь, крутишь, вот этот вот звук идет такой посторонний, неприятный. И такой чик, о, пошло, пошла музыка. Вот, ты попал куда нужно. Это буквально, ну вот если говорить, что вербально, это именно так и получается. То есть то, что тебе неприятно и не подходит, оно звучит неприятно, оно воспроизводится, запоминается. Чик. У нас же все, я хочу сказать, Максим, для новичка, который, допустим, сейчас нас смотрит, у нас, во-первых, есть критерии подбора индивидуальных приемов. Это максимальная простота и комфортность. Это во-первых. Во-вторых, вот сейчас у нас будет через несколько дней ликбез объявлен, и там готовьте зумы, и во время трансляции, это бесплатный ликбез, во время трансляции будет сброшен зум, и вы тогда выходите туда с вопросами. И мы таких ликбезов провели много, у нас там на YouTube-канале очень много бесплатных ликбезов, и по 2, и по 3 часа, пожалуйста, смотрите, кто не видел. Это очень важно, потому что сегодня, я сейчас официально объявляю, происходит невероятно важное эпохальное событие на свете. Это правда. Оно заключается в том, что если вы раньше учились каким-то одним способом, в каких-то условиях, все время опираться на шаблон, на то, что вы когда-то где-то выучили, где-то слышали какой-то метод, какой-то прием, то сейчас происходит перемена к тому, что вы переходите на второй класс, во второй класс. На Вы следующий уровень. научаетесь сами генерировать приемы и ответы на вопросы, подключая к решаемым задачам свою природу через Да. нулевое состояние. Это эпохальное событие. Я бы сказал, это 20 Нобелевских премий, потому что это совершенно другая парадигма жизни. Вы Совершенно. можете использовать стресс, страх, боль, вы можете использовать тоже для решения своих вопросов. У тебя был такой случай какой-нибудь в жизни, пример? О, Хасан Магомедович, конечно, я бы даже хотел рассказать про этот случай. Ну, смотрите, я раньше воспринимал стресс как что-то противоестественное, как то, что мне мешает, как вещь, которая заставляет меня остановиться, Ну, конечно, конечно, хочется растерянность, растерянность, выживать. спрятаться, закрыться. Я А, чувствовал себя маленьким, где же там очень. созидать, если вся энергия мозга идет на выживание, да. Да. Там Творца не существует. Творец там куда-то скрылся, и ты ничего не можешь. Я вам потом об этом расскажу, кстати. Подпишитесь, пожалуйста, на канал Сая Магомедовича в Телеграм. Я не просто так сейчас это говорю, потому что мы в ближайшее время планируем на эту тему записать очень важный материал. Я там буду говорить о своем личном опыте, это очень важно. Слушай, я тебя прошу, веди некоторое время сам этот телеграм. Хорошо, я буду Да, Хасай Магомедович, конечно. заглядывать туда, заглядывать и какие-то комменты делать, и я читаю все там, чтобы никто не думал, что я там не смотрю. Там, я все смотрю и на Ютубе, и там, и комменты, я все смотрю. Я к чему, чтобы инициатива у тебя была в руках сейчас. Да, спасибо, Хасай Магомедович. Очень важный момент, который я сейчас хочу озвучить. Да. Это вообще не, это не тизер, это не реклама, поверьте мне. Хасай Магомедович научил меня буквально за 5 минут любить стресс. Вы даже не поверите. Отлично, Я отлично. честно вам говорю, я не думал, что я сейчас буду охотником за стрессом. Я жду, когда у меня возникнет стресс, потому что это невероятная энергия. Это тот транспорт, который всегда гнал мимо меня, а я его не замечал. Представляете, насколько это важный момент? Это то, что всегда в нашей жизни происходит, а мы это игнорируем.
Я Молодец. обычно Хорошо сформулировал. Полюбил стресс. любить стресс меня научил Хасай Магомедович, чтобы вы знали. Да. Вот это важно, важно. Потому что ты в разгрузке сделал перезагрузку, что теперь при любом стрессовом моменте у тебя включатся ресурсы, и ты сможешь решить задачи, которые раньше для тебя казались недостижимыми. За 5 минут, я не преувеличиваю, за 5 минут мы вчера разговаривали с Хасаем Магомедовичем, я просто решил, я освоил ключ, вот честно вам скажу, все, что я мог знать за 3 месяца, ну я уже говорил, я довольно-таки подготовленный человек, я очень много чего практиковал и так далее, за 3 месяца я освоил все, но любить стресс я не понимал, что это такое. Вчера Хасай Магомедович за 5 минут мне объяснил, что это такое, и насколько это просто футуристично, насколько я стал человеком будущего за 5 минут. Вы даже не Я хочу представляете. сказать, что все мы человеки будущего, и наше будущее внутри нас, и наша задача открывать себя. Кто открывает раньше, делится с другими. Это у нас и происходит. И в Ютубе это происходит, в Телеграме. Пожалуйста, пишите комменты, ставьте. А на ликбез выходите на бесплатный. Это же бесплатный ликбез. Я просто удивляюсь иногда, почему мне пишут такие вещи на фоне того, что миллион благодарностей, на фоне того, как пишут, как многим людям это помогает, спасло их детей и их самих, и как многие даже от самоубийства освободились, от этих всяких таких мыслей. Очень много положительного, но на фоне этого пишет какой-нибудь человек, почему так долго объясняете? Да. Поэтому еще раз скажу, когда человек в стрессе, ему трудно долго слушать, это понятно. Берите конкретные приемы, которые там в плейлисте, я уже сказал. А чтобы вы продвигались дальше, снимите у себя стресс и послушайте, о чем мы сейчас говорим. Да. Эпохальное событие. Да, Что вы да. теперь научаетесь генерировать сами приемы, которые вам лично нужны в тот или иной момент, чтобы не только погасить стресс, но и использовать его для решения ваших нерешаемых задач и мечтов, А, достижений. классно было сказано. Хасай Магомедович, последнее слово. Я не могу не сказать. Друзья, пожалуйста, Хасай Магомедович создал этот YouTube-канал и дает здесь столько материала. Ну вот, помыслить о том, что можно получить настолько просто, быстро этот материал лет 10 назад невозможно. Вы просто нажали YouTube, смотреть, там, плейлисты и так далее. Но появляются люди, которые почему-то возмущаются, что Хасай Магомедович каждый свой выпуск не выдает им пользу. Друзья, я хочу вам сказать следующее. Я освоил метод ключ вот прям до совершенства, насколько это можно было, за 3 месяца. Все можно найти, просто смотрите, изучайте. Человек это дает абсолютно бесплатно. Другие специалисты, эксперты за это берут огромные деньги. У кого-то поворачивается язык сказать, а вы обещали в прошлый раз нам отдать 5-секундную там выход из стресса и так далее. Это Друзья, сейчас будет прямо на ликбезе. На бесплатном ликбезе я буду это давать. мне настолько стыдно перед Хасаем Магомедовичем, а вот от этих всех людей, как такое возможно? Не ленитесь, смотрите, изучайте. Это действительно просто. Человек дает бесплатно то, что другие продают за деньги. Приходите к нам в телеграм-канал, поскольку там действительно будет совершенно другой контент. Это не будет дубль того, что мы записываем здесь. Это не будет дублирование. Абсолютно, абсолютно. Те вещи, которые мы не можем здесь озвучить, тем Я более Хасай Магомедович очень к этому. потому что он такой вот энтузиаст этого вопроса, потому что, как я понял, он смекнул, что в ключе есть такое, чего нет ни в одном методе мира. Он это смекнул, да, и поэтому стал сразу пользоваться. Просто дело в том, что у него, видимо, стресса сейчас нету, потому что был бы у него стресс, да, вся энергия мозга шла бы только на выживание. На выживание, конечно. Да. Этому мы вас хотим и помочь, дать советы, как это сделать, как научиться. Поэтому я сейчас прекращаю свое, так сказать, дозволение речи. Я шутник, но то, что сегодня эпохальное событие,
Делитесь, пожалуйста, друзья, в своих группах, ставьте лайки, нажимайте там какие-то колокольчики, ну как это принято в Как интернете. это принято. И переходите в наш телеграм-канал. Я вас правда зову, потому что действительно может потеряться связь с нами, потому что YouTube, он находится под угрозой, в телеграме мы никогда не потеряемся. Пожалуйста. В Ютубе тоже оставайтесь, потому что... Оставайтесь, конечно. Да. В Ютубе тоже оставайтесь, потому что здесь я буду тоже кое-что говорить, некоторые интересные вещи. И в Телеграме вы присутствуете, и в Ютубе. И это будет комплект. Это школа будущего. Школа будущего человек сейчас будущего. Вас направляет... Человек будущего, который человек с будущего. скоростью инстинктов соображает, как ему правильно поступать в той или иной ситуации, в условиях неопределенности. До встречи, друзья. Спасибо тебе, Максим. Спасибо вам, спасибо.